Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на этом долгожданном празднике в честь создания нового семейного очага в семье Тимировых. У этого торжества есть свой достойный и уважаемый хозяин. И рукоять этой свадьбы в его надежных руках. Поэтому наша главная задача на сегодня – максимально придерживаться к тем нормам культуры, которые нам по праву досталось от наших достойных предков. В жизни каждого человека Богом предопределен день, в котором он делает самый важный необдуманный шаг. Именно этот день сегодня настал в жизни сына Имрана Зелима. Пожелаем ему крепкого имана и достойную для примера и подражания крепкую семью. Всего тебе сердце желаю, самого лучшего. Я тебе желаю души счастья. Хочу ей пожелать большого счастья. Мы тебя очень любим и хотим, чтобы вся твоя жизнь прошла с улыбкой. Счастье в личной жизни и самых лучших пожеланий от всех. Уважаемые гости, вот и настало время самой волнительной и самой важной части нашего торжества. Итак, встречаем невесту Тимировых Мадину. Первый Ларис, ну сверхте Эрон, сюда никогда не хожу от тебя, в лице я плохо подохнул. Сверхте Эрон, ну сверхте. От ресторана «Наполеон», от чемпиона мира по кулинарии, ягненок по-царски, шах-плов, выносим!